На девятой доске значит, у нас было так. Е4, Е5, конь F3, конь C6, слон B5, А6, слон А4, конь F6, рокировка B5, слон B3, слон Е7. Простите, товарищи, что я вас немного задерживаю. В столице прошел 3-й ежегодный турнир по шахматам для школьников, посвященный чемпиону мира Михаилу Талю. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. В Верманском парке до сих пор можно видеть живые цветы у памятника знаменитому рижанину. Сам великий гроссмейстер увлекся шахматами довольно поздно, в 10 лет. Но уже в школе Миша Таль проявлял способность к математике, решая сложные примеры в уме. Учителя даже думали, что он списывает решения. Но и современные юные шахматисты не лыком шиты. На прошлом турнире, когда я вставал на первый разряд, я получил первое место. А сейчас я выполнил первый кандидатский балл. Идея проведения в Риге шахматных турниров принадлежит дочке великого гроссмейстера Жанне Таль. Сегодня она с улыбкой вспоминает, что папа отказался заниматься с ней шахматами. Но Жанна все равно освоила эту игру, ходя на занятия шахматного кружка в соседнее домоуправление. Кстати, получила второй разряд. Жанна вспоминает своего отца прежде всего как главу семейства, а не как чемпиона мира. Она часами может рассказывать о том, каким он был дома. Он занимался всем, параллельно играя в шахматы. То есть обычная ситуация была. Папа сидит за шахматной доской, здесь у нас детектив какой-нибудь на вот такой вот подставке. Тогда были очень популярны вот эти подставки для книг. Здесь еда какая-то, тут телефон, по которому мы еще говорим, и там работает телевизор. А еще параллельно мы как бы отвлекаемся к Жанночке, разгадываем с ней крокодили, кроссворды, все такое. Между тем, Михаил Таль любил выступать перед детской аудиторией, уделяя большое внимание росту молодых шахматистов. Примечательно, что с каждым годом юных любителей шахмат становится все больше. Вот и в этом турнире участвовало уже более 60 школьников. Наиболее успешным вручили кубки, медали, дипломы. Особо были отмечены партии, в которых шахматисты проявили смелость и мужество. Ну, вообще-то, даже если я проиграл, это не значит сдаваться, нужно продолжать бороться. Многие родители с любопытством и изумлением наблюдали за успехами своих детей на турнире. По крайней мере, еще 3 года назад я каким-то образом у него выигрывал, а сейчас уже все, конечно, об этом можно забыть. Сейчас он выиграет, у него первый разряд. Но на этом шахматная жизнь в Риге не затихает. Устраиваем в феврале большое зрелищное мероприятие. Это будет у нас командный детский чемпионат, как фестиваль большой международный. И будет международный гроссмейстерский турнир. И очень многие, как можно сказать, сливки шахматного мира, такие как Морозевич, Мамедьяров, они уже подтвердили свое участие в этом. Ну а «Звездолет» желает удачи всем юным шахматистам. Софья Захарова, Сергей Мальцев. Первый Балтийский музыкальный канал.